Так, мы приехали в Сан-Хосе посмотреть очередной дом или кондо, я не знаю, что это. Где? 17, ой, 71-56. Давай посмотрим, где он находится. Да. Я так понимаю, они вот такие, да, эти дома? 79-го года дом. Это Сан-Хосе, но это близко очень к Купертино и Саратоге. Поэтому здесь вообще школы улет. Здесь вообще какая-то школа, по-моему, хай-скул очень крутая. Переходы, да? А, это патио такие. На мосту, патио на мосту, да. Так, где дом-то? А, бассейн есть, да? И чё, я не помню, сколько здесь. Ну, тоже, короче говоря, почти 1,5 миллиона, по-моему, этот дом стоит. Это похоже на кондо, да? Ты куда? Бассейн посмотреть, что ли? Джакузи есть? Хот-таб, хот-таб. Бассейн небольшой. Ну, примерно, как, знаешь, вот только где у нас джакузи тоже. Да, да, да. Понятно. Мы уже бахилы с одного дома взяли. Правильно. Мы сегодня в бахилах, да, потому что мокро. Не, хорошие бахилы, у некоторых маленькие бахилы не налазят. А, я взял, ну да, вот понятно. Юрий отжал где-то бахилы, называется, в одном из первых домов. Ну, слушай, отжал. Да, да, да. Они все равно их выкидывают. Так, вот здесь. Да. Вот. А, так, ага. Ага, ну давай. А здесь везде так, смотри. Ну, естественно, да, везде так. Вперед. Так, вот это, короче, такое маленькое патио. Так, вот так выглядит зал. Ага. Так. А, окей. Говорит, есть этот, есть кондиционер. Так, вот смотри патио, Юра. Такое. Он не такой, как вот у тех, как бы, которые на мосту, как я сказал, тот, ну, тех, да, больше. Да, да, да. Но здесь гриль можно легко поставить. Гриль можно и столик поставить, небольшой, да, столик. Можно. То есть он примерно как... Ну, он такой, типа, как будто навес, но навеса нет. Да. Короче, вот так вот стол можно поставить. Ну, это зал, типа, да? Это зал. Это вот breakfast area здесь. Завтракать можно. Такое. Угу. Смотри, как они сделали. Вот эти светильники мне не бесят. Мне очень не нравятся. Да. Но их можно заменить на... Вот смотри, вот такая кухня. Кухня, да, очень маленькая. Да. Ну как очень? Не очень, но да. Но здесь вот запах чувствуешь такой? Да. Неприятный. Вот это всякие шкафчики, наверное, чтобы... А, вот там гараж, говорит он, да? Да, посмотрим тоже. Или что там? Шкафчик. Ну, шкафчики, да. Они очень глубокие. Ну, то, что видишь, да, в кухне, как бы, грубо говоря, кухня, в кухне, да, в кухне места особо нету. Ну, да, это breakfast. Да. Пойдем посмотрим, что там внизу есть. А там гараж, да? Да. Здесь тоже вот, почему они делают ступеньки с картой там? Да, здесь очень плохо. Очень плохо? Смотри, у них это было какое-то животное, наверное. Оф, кошмар, да, не говори. Тут все за 10 закакано. Так, гараж. Ну, гараж хороший. Ну, не... Смотри, здесь сколько места для сторожа. Да. Вот. Смотри, какой столб тут прям посреди гаража. Да, это ничего. Чтобы не въехать. Хотя... Да, вот, смотри, видишь? Ну да, и места много в гараже, но... Но пахнет очень плохо вот здесь. Нет, вот. Вот это вот ковер, да. Ковер вот весь здесь пропитан. Уф, кошмар. Животное, да, тут какое-то было. Дверь, да. Кошка, может быть. Что? Так, это туалет при входе. Нормальный, большой. Ну да, нормальный. Так, здесь надо вешать. Так, точно. Угу. Ну, пойдем, наверное. Так, второй этаж, да. Да, заносить что-то наверх, представь. Ой, дуреешь. Диваны. Ну, слушай, ну там везде, где, в других домах тоже. Да, я про это и говорю, представь, как. Ну, так
такое все старенькое. Вон, да. Смеситель, видишь? Да. Ну, не, вот это вот переделанное. Ну, может быть, да. Ну, не очень переделанное. Так, вот одна спальня. Да, не переделанная. Тоже небольшая. Вот, видишь, какие патио у людей? Отсюда видно. А, да, большие. Побольше, да, которые вот смежные. Так, клозет есть. Мне вообще здесь запах не нравится, в принципе. Да. Он везде как будто бы. Так, это что? Ну, еще ага. Тоже. Ну, это как будто побольше комната. Да, да, это побольше. Тоже есть окошко. Это мастер-бедрум, да? Мастер. Здесь какая-то полочка. Так, это мастер. Запах везде, да, ужасный? О, боже, софиты тут целые, смотри. Ага. И зеркала смотри. С обеих сторон. С трех сторон. Ага. Ну, зато две раковины. Ну, короче, да, грустненько. Короче, грустненько тут, да. Пойдем. Это вот типа клозет, да? Mm-hmm. А, тут два клозета. Вон там клозет. Mm-hmm. И вот здесь да, вот со стороны ванны тоже есть. Ну, только ради школ я, честно, не готова. Фармхаус. Так, фармхаус. Сколько? 1 468 000? Сколько ячей? 384. 384. Ну, примерно как у нас. Да. Но, блин. А, нет, прям вот запах, это ужас. Это вот в этих, я не знаю, он, мне кажется, весь пропитан. Там не только ковры так воняют. Там все. На втором-то этаже нету ковров. Вот, а такой запах просто вообще невозможно. В общем, школы здесь охрененные, но мы не выживем в этих условиях, к сожалению. Ребята, мы приехали смотреть дом в Даблине. Да вон по газону все ходят, а там очередь на вход. Первый раз мы такое видим. Ну такое тут комьюнити симпатичненькое, да? Вот видите, это люди стоят в очереди. Капец. Вот, смотрите, какая очередь. Обалдеть. Вот так он снаружи выглядит. Гараж на две машины, да? Это вот такая какая-то маленькая, типа, прихожая. Ну, не прихожая, а как это называется? Даже не гостиная, да? Да, да, да. Окна большие. Это маленький туалет, который на первом этаже, да? О, смотри, это типа дайнинг area, да? Классный такой стол, мне нравится. Это вот как будто бы как living room, да? Да, вот здесь. Здесь у тебя нет телевизора. Да. Living room без телевизора, прекрасно. Ну, или вот он там где-то маленький. Там должен быть. Ну, по идее, диван ты можешь оставить не вот так, как здесь стоит, а вот так, вот да, сюда. Да, да. Там, видишь, шкафчики. Ну, в смысле шкафчик. Там как раз вот место, мне кажется, для телевизора. Не влезет, это очень маленькое место. Ну, наверное. Так, вот такая кухня. Кухня классная. Кухня классная. Она такая двухцветная. Белая и вот такая вот. Такого цвета. А там что, гараж? А, да. А, это для гараж. Да, очень большой. Гараж. Гараж, да. Хороший. Там выход есть из гаража туда, на улицу. Да? Да. Кухня хорошая. Да? Смотри, сварочной поверхностью. Да. Все, как ты любишь. А вытяжка мощная. Мощная, да, вытяжка. Кухня классная. Там кондиционер, ну, в смысле, внешний блок и там дорожка. Да, можно пройти туда, зайти. Это такое патио, да? Слушай, классная патио. Места много. Здесь еще, кажется, какой-то проход есть. А, да. Слушай, классно. Тут еще такая дорожка классная. Нет, классно. Да, сейчас мы наверх пойдем. Народу, конечно, это просто капец. Ковров нигде нету, да, вроде бы? Пока что. Или на втором этаже, да? Ой, как тепло здесь. Да, вот здесь уже начался ковер.
Это что, мастер бедрум? Ой, как тут тепло, как тут жарко, я бы сказала даже. Смотри, какое окно тут вот так симпатично сделано. Очень хороший мастер размером. О! Ванна с окном, душ, эти раковины. А, здесь туалет, да? Ну это да, они просто 2000 года дом. Делают до сих пор. Ну-ка покажи. Большая. Это прям гардеробная. Но она прям, считай, вот здесь. Вот у тебя ванна здесь. И тут же гардеробная. Но тоже нету дверей. Поэтому можно, наверное, поэтому проветривается все. Очень тепло в доме. Вот здесь вот типа family room, да? Family room, ага. Здесь вот какая-то это. Да. Это вот одна спальня. Тоже очень тепло, прям отопление сверху идет. Очень тепло. Так, вот здесь вот тоже, слушай, большая это, ну, такая комната тоже гардеробная. Ну, такая не очень большая прям спальня. Нормальная. Вот еще одна спальня. А здесь такой клозет. Тоже такие светлые эти. Окошки хорошие. Это как называется? Лондри. И еще один баструм. Вот здесь, кстати говоря, другая столешница. Да. И тоже двойная, смотри. А, вот ванна. Ванна и туалет. Ванна, видишь, обычный пластик. Тоже. Ну да. Ну, не знаю, насколько они сильно меньше поставили. Так что ну, то, 995 тысяч, это сингл фэмили. Ну, 1 400 000, мне кажется, никто не даст. Не дадут, не дадут. Ну, домик прикольный. Да. Так, конечно, дом очень светлый, да? Симпатично выглядит. Ливинг-рум можно здесь сделать нормальный. Здесь у тебя две штуки будет ливинг-рума. Один с телевизором, один без. На улице интересно. Все так сделано. Есть где цветочки посадить. Деревья. Классно. С той стороны, по-моему, тоже. С той стороны тоже есть проход. Ага. Окна большие. Комьюнити такое прям. Там лес какой-то, да? Через дорогу. Да, по-моему, там парк какой-то через дорогу. Хочешь посмотреть? Пойдем посмотрим. Раз уж приехали, да? Ну, тут все, короче говоря, домики отдельные. То есть это прям single family house. Это не таунхаус никакой, не кондо. Гулять. О, смотри, там кто это? Индюки. А вот такие тут все домики. Слушай, тут прям такой неплохой райончик, да? И не шумно, да? Да, хороший райончик. Очень хороший райончик. На дом этот наверняка купят не за 995 тысяч. Ну, в общем, на этой неделе, наверное, мы это, наше турне по домам закончим, да? Пишите в комментариях, как вам, что вам понравилось, где вы нас видите, в каких из этих домов мы потенциально можем жить. Мы тоже будем думать.